На этой неделе в Минске произошло событие, которое любители клубной жизни, наверное, назовут событием года. В Беларусь впервые приехал диджей с мировым именем Андре Таннебергер. Имя и фамилия, впрочем, людям, далеким от электронной музыки, вряд ли о чем-то говорят. А вот творческий псевдоним ATB и вот эта мелодия сразу расставит все на свои места. Немецкий музыкант сейчас разъезжает по миру и дает концерты в поддержку своего нового диска. В гастрольном графике артиста США, Латинская Америка, Арабские Эмираты, Китай, конечно, родная Германия и Беларусь. Поэтому СНГшным поклонникам ATB пришлось съезжаться именно в Минск. Сам Андре заселился в четырехзвездочный отель, по городу передвигался на черном лимузине, охотно раздавал автографы и делился с журналистами своими впечатлениями от знакомства с Беларусью. Честно говоря, заочно с вашей страной я знаком давно. Я понимаю, что здесь меня знают, слушают мою музыку. На свой почтовый ящик я получаю много писем, в том числе и с приглашениями. И вот, наконец, я в Минске. Спасибо за гостеприимство. Обещаю, что не разочарую своих поклонников и надеюсь, что белорусы оценят мою новую программу. Ожидания музыканта не обманули. На танцполе собрались несколько тысяч человек. И, как признается диджей после выступления, такого драйва он не испытывал очень давно. Был приятно удивлен белорусской публикой и обещал обязательно сюда вернуться. Впрочем, это как раз тот случай, когда не нужно ничего комментировать, нужно просто смотреть и просто слушать. Это все, что мы хотели вам сегодня рассказать.